Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Ага. Да. Красота. Давай. Мне не нужны неприятности. Кто-то еще там, что ли? Вау. Так, вскрываем, смотрим. Что там? Одежда. Так. Ну и что мне это дает? Так, так не пойдет. Где тут? Вот он. Подожди, подожди. А с этого борта где? Вот он. Тихо, тихо. На. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Кто же знал, что миссия-то не совсем такая будет, на которую я думал. Они все появляются и появляются. Где, 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 где? Да тихо ты. Спокойно. Где? Кто еще? Блин, у меня сверху-то нету, да? На. Нет, это как-то... Ну ладно. Мейсон, все чисто. Открывай контейнер. Ну ладно, откроем контейнер. Где он? Убито мне, Мейсон. Так, а где контейнер? Вот он. Ну же, давай. Да подождите. Там, не дай бог, люди еще. О, господи. Трупаки. Какая-то кровавая игра-то. Трупы уже начали разлагаться. Они мертвы уже несколько недель. Ну и нахрен их вообще вести. Скинули воду, блядь, и все. Вот. Фрэнк? А, живой. Фрэнк, это я, Мейсон. Он помрет сейчас на руках-то. Что они с ним сделали, Хадсон? Так, а где мы? Так, я должен Валькирию где-то взять, да? А как его фиксировать-то? Бей его! Бей этот вертолет, Мейсон! А, о! Да!
Попал? В лоб. Че, нас подбили? Мы сбили. А, ну все, мы сбили его. Я займусь им. Хватай, вытаскивай его. Все, тащим. Баржа тонет, баржа тонет. А мы там нет. Потому что кто-то вживую был еще в контейнере. Но это уже не важно. Ты мне оружие-то вытащил? Мы наверняка привлекли внимание всех солдат МПЛА в этом районе. Надо уходить. Так, он живой, да? Я думал, ты помер нахрен. Идем. 13, 12. Ну давай, ну. Черт, нас заметили, мои. Да я. В смысле, конечно, заметили. Ну ты чё нас не поднял даже, падла? Давай, Вудс, я помогу. Вот, тащи его. Я держу, брат. Пойдем. Ты нас прикрывай только, не бросай. Впереди деревня. Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Авимби и вызвать подмогу. Ну, давай попробуем. Вон они. Стоим. Давай за то бревно. Не дать себя обнаружить. Выполнено. Черт, нас заметили, Мейсон. Ну, тебя заметили. Меня заметили. Кого заметили-то нахрен? Сколько мне за бревно за этим стоять? Стоим. Давай за то бревно. Ну давай, вот я встал. Ага. Какого черта тут кубинцы за... Надо было прилечь. Это же просто дети. Да. Хреначих всех. А перевода нет. И субтитров, если я не ошибаюсь, тоже нет. Идем. Так что сами догадывайтесь, о чем речь. Не высовывай свою башку. Ой-ой-ой. Не шевелись. Пусть пройдут. Да. Без базара. Конечно, пусть сваливают. По моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. Бежим. Ты-то бежишь, правильно, а я-то с человечком. Не шевелись. Еще один патруль. Как пройдет, уходим в траву. Тихо. Давай, проходи мимо. Ушел. Хорошо. Не высовывайся из травы. Да как ты не собирался? Так, этот там. Так, раком ползем. Ползем. Вот он. Мне что, по зарезать? Тут еще собаки. А если они наученные собаки? Господи, они нас не видят. На месте, они перед нами. Да я вижу их. Вон они ходят. Так, все чисто. Выходи из травы.
вышел. Так, 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 так. Давай быстрее. По пересеченной местности. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Скрыть. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Вау. И что же там? Ух ты, вот такое что-то у меня было. Что за наборчик? Это за место мины. Так, подождите, подождите. F. Возьму-ка СВД. Так, а здесь у меня... Ой, не то. Так. Так. Два магазина. Хопа. А хрен там. Вот так вот. Ну ладно. Что мне надо сделать-то? Что сделать-то надо? Войти в деревню и найти рацию. Давай, давай, давай. Ух ты, сам перелазишь. У меня не было пистолета. Мулла Рахман. Местная политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой чистоту на... Ты меня убьешь, да? Ле американо ле стади сиена, ке но сам вэван. Заткнись! Эль пьесе, ке стал контроль. Pero él no es. Заткнись, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no se bernada de la lealtad. Детишки еще. Deberíamos demostrar. Хрен остам тебе. Бумк. Ну я же ему в голову попал, попал. Значит, он не выжил. Хадсон, выдвигаемся, давай на берег. Подмогу вызвал. Нет, мы сами по себе. Давай к реке. На. Твою мать, Мейсон, да нас половина деревни преследуют. Что за херду ты там устроил? А вот. Отпись, Хадсон. Нас догоняют. Надо выиграть время. Мой виду! Так, тихо. Стреляй в браконьерский площадок. Давай наверх и прикрывай нас. Куда я должен? Не понял. Это откуда? Ага, наверх. Понятно. Идем. На. На. Господи, беги и давай быстрее. Ни хрена. Ладно. Блин, так-то. Не понял. А сейчас о чем? Надо уходить, Хадсон, бросай дымовую! Ты пошел! На! Хватай! На! Меня. Идем. Так. Следовать. Давай, бежим, бежим. Перезарядка. Бежим дальше.
Давай, давай. Ставь капканы! Да. Блин, надо было все-таки автомат брать. На. На. Кто там? Да тихо ты. Вон он. Так, я как понимаю, тут политика такая, что этот-то не подыхает. Да беги ты. Ой-ой-ой. Так. Где еще есть? Так, восполним боезапас. Давай, 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 давай. Спокойно, спокойно. Блин, не видно даже, кто где стреляет. Вроде как это всюду, везде. Нафиг я снайперскую винтовку брал. Спокойно так. На. На. Блин, меня загасили. Какая подлючая смерть. На. На. Так. Да кто хреначит? Я как понимаю, с вами вообще ничего не может произойти. Бежим! Бежим, 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 бежим. Блин, это сложновато. Ты, а нас даже кто-нибудь прикрыл бы, прям чувствую, как хреначит нас. Зараза, выхода нет. Блин. Опа. Опа. Спасены, спасены. Ну что ж, борода, я рад тебе. Давай, залазим. Этого полусгнившего туда толкайте. Ага, да если б не я бы сгнил бы ты там. Ну все. Меня хрен убьешь. Благодаря твоему отцу, он всем рискнул ради меня. Ради дружбы и чести. Да, совсем как ты, пацан. Вот такие пироги.